Всем привет, друзья! Так, приехал я показать вам со смотровой площадки виды на стеклянный мост и где здесь происходят различные, раньше точнее, происходили разные выступления и бокс, и бои без правил. Здесь люди всегда сидели, смотрели. Но это, в принципе, было в мирное время, я не знаю, как сейчас. Такое я уже давно не видел. Год так точно. Ну вот, видите, такое место. Здесь вечерком солнышка нет. Можно сидеть, встречаться с друзьями и отдыхать. Мы находимся в городе Киеве. Центр. С левой стороны у нас стеклянный мост. Сейчас давайте посмотрим сначала на вид с высоты на Киев. Вот такая вот красота. Сейчас мы видим, это вид на Подол. Поднять велосипед так не могу, у меня на крепление на велосипеде установлена камера. Так что, в принципе, выше снять не получится, нужно его поднимать очень высоко. Ладно, давайте поехали на стеклянный мост. Это мост, на который Кличко потратил огромное, колоссальное, много-много миллионные суммы долларов. И там еще с ними были проблемы. А также еще, в принципе, по нему прилетала рядышком ракета. Не попадала четко по мосту, а рядом совсем, возле опор. Здесь все люди приходят фотографироваться. Вот все, кто не приезжает в Киев, все идут на стеклянный мост. Почему стеклянный? Потому что вот сейчас мы по нему будем ехать. Вот стекло под нами, пропасть полностью. Не знаю, будет ли вам видно через стекло. Да, нужно выше поднимать камеру. Видел такой.
вот под нами дорога. Друзья, у нас памятник был построен в 1853 году. Владимир стоит с крестом. Опять, наверное, мне кажется, что вы его не увидите. Но сейчас вам приподниму немножко. Это очень-очень старый и древний памятник. Надеюсь, будет видно. Сейчас еще проедемся до фуникулера. В принципе, на этом закончим. Смотрите, какие замечательные места можно сидеть, отдыхать с видом на такие виды.
Так, давайте мы с вами до фуникулера доедем, а дальше я уже не поеду на подол. А вот и он, фуникулер едет. Хотя, в принципе, могу и дальше проехать. Пишите, друзья, где вы хотите, чтобы я в Киеве побывал. Без проблем заеду в любые места. Хотел сейчас поехать на пляж. Очень жарко. Кстати, снизу все полностью из дерева. Не холодно, не жарко, прохладно.
Друзья, тоже начинается Андреевский спуск. Сейчас, наверное, подол отдельное видео сниму. Так что, друзья, подписываемся на канал. Всем до новых встреч, всем пока.